Дом музей священномученика владыки Ануфрия вместе с прилегающим земельным участком переведен из разряда личного подсобного хозяйства в статус религиозного использования. Такое решение было принято сегодня на публичных слушаниях. 13 староскольцев, собравшихся в Большом зале администрации, проголосовали единогласно. Священномученик Ануфрий был первым архиепископом Староскольской епархии, существовавшей в 30-е годы прошлого века. В 1938 году он был расстрелян. В доме-музее регулярно проходят церковные службы. Их ведет настоятель Ильинского храма протоиерей Василий Истомин. Владыка Ануфрий здесь жил. И вот это место, оно для верующих людей, оно является как бы памятью о святом.